Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, первый день января, мы забираем свою древесину и переходим... Ага, так, ребят, кипятильник с собственной персоной. У нас есть место куда-нибудь его разместить? Блин, нету. Ну как так-то? Ну как так-то? Нету места, чтобы разместить, блин, кипятильника. Мне это прям немножко напрягает. Ладно, сейчас мы этих... А болтусов отправим с тобой за ресурсами. Так, перья шкур. Давай-ка мы тебя дальше прокачаем. Так, ты древесинку принес. Молодец, красавчик. Так, подожди секундочку. Угу. Крылатый страж тоже у нас в прокачке весь. Пускай летит. Пускай летит. Так, весночес. Весночеса бы надо бы качать, ребят. Ну, пока пускай летит за рыбой. Этот пускай летит за древесиной. Этот, само собой, тоже пускай пока за рыбой чешет. За древесиной давай. Пускай летят пока все за древесиной. Так, а мы сейчас кое-что... Так, ты-то что у меня там? Пускай тоже идет. Так, а вот у нас и рыбники пошли. Рыбники. Блин, так мало рыбы, конечно, мы добываем. Очень мало, ребята. Так, руны это как раз для меня большой плюсик. Ну, что ты мне принес? Ух ты. Ну, это яйцо, ребята, знакомо нам. Это скользкопев. Но все равно пускай будет. Так, а я тогда, ребят, продолжу, наверное, его отправлять на 340. Подожди, а у нас есть событие какое-нибудь сегодня? Есть, ребята. Прошествие, поиск припасов. Так, и угроза злобной вандалы. А я забыл про него, друзья мои. Блин, успеем ли мы пройти его? Сколько там было написано? Один день, да? То есть сутки. Блин, а я и забыл, ребята, про это событие. Господи. Почему-то я... У меня в голове было, что у нас никаких событий уже нету. Ладно. Так, мне завтра в ночь. Я думаю, что перед ночными сменами я, наверное, успею, ребят, пройти. Потому что тренажерка все равно пока не работает до 4 числа. И я, как говорится... На полном расслабоне. Есть, как говорится, время у меня потратиться на любимые мои игрушки. Так что, друзья мои, ждите в ближайшее время новых серий по разным играм. Что на этом канале, что на том. Так. Ну, хорош, болтусы. Давай, наверное, мы с тобой хернемся. Блин, мне не нравится, что вот этот себе сделал усиленную атаку. Ай, он еще и супер удар делает. Ух, блин, половина здоровья просто снес. Ну ты-то куда лезешь, щенок, блин, а? Вот куда ты лезешь, подхалим несчастный, блин. Так, он сейчас бомбанет, ребят. Фью, фью. Нам повезло. А вот ему, ребят, не повезет сейчас. Слушай, ну в принципе зря переживал, это последняя волна. Но кто ж знал-то. Так, давай-ка мы глянем, что нам выпадет на рулеточке. Нет, чтобы дать два плода мудрости, мне дают очень мало рыбы. Хотя бы давали так под 1 200 000. Фиг ли мне эти 37 миллионов рыбы. От них мне ни холодно, ни жарко. Значит, сегодня будем мы проходить и это событие, получается. А на то нам хватит энергии? Посмотрим. Слушай, прикольно смотрятся вот эти вот чувачки. Знаешь, мне чем-то напоминает... Не знаю, вот мне почему-то вот этот напоминает носок. Знаешь, вот у них там... В Америке любят носки вешать для подарков Деда Мороза. Нет, это не в Америке, это, по-моему, или в Норвегии. Нет, какая нафиг Норвегия? В Норвегии там у них не Дед Мороз, там у них как-то по-другому звать. Тоже якобы нашего Деда Мороза, но у них там по-другому. Вот, так они носок этот вешают, он тоже такой же зеленый, тоже такой же с этими... с такими вот узорами, с бомбончиками. Ну, я думаю, что вы поняли, да? Про что я имею в виду.
Вот. А у нас, видишь, а у нас не положено никаких носков вешать возле камина. У нас, ребят, по старой традиции под елочкой. Под елочкой подарки. Я, как по мне, ребят, ну, считаю, что это, наверное, самые разумные. Под елочкой, потому что Дед Мороз, зима, елка. Если даже предположить, грубо говоря, что ты идешь в лес, то ты можешь найти подарок именно под елкой. Где же ты в лесу найдешь, там, извини меня, носок на дереве. Верно? Вот так. А у нас очередная рулетка. И здесь нам достается... О, прилив сил. Слушай, ну это хорошо, потому что, ребята, у нас очень мало вообще вот этих всяких приливов. Мы все с тобой растратили, по-моему, на последних поединках. Так, содержать новичков. Костолом, шторморез, древоруб. Так, и мы, ребята, скачем на мини-босса. Вот, что я тебе могу сказать. Блин, ну тут-то понятно, тут придется вот этого. Это не матриарх, это другой. Я никак не могу запомнить, ребят, как его увеличать. Ну, это слабая версия матриарха. Но тем не менее, ребят, все равно бесевый он. Он бесевый, поэтому я его буду в первую очередь разносить. Там меня еще, ребят, в комментариях попросили сыграть в партийку в ХКР. Возможно, сегодня это будет партийка. Сегодня я вообще хотел поиграть Хотел вообще, ребята, в новую... Как сказать, не в новую... Вернуть свою старую рубрику «Давай посмотрим». Помнишь, она у нас была такая? Это мы с тобой каждый день... Ну, не каждый день, а каждый раз смотрели новую игру на Android. Ну, я имею в виду на гаджеты. Вот я думаю, может быть, вернуть ее, эту рубричку-то. Так у меня же получается как, ребята? Я посмотрю эту игру, вы опять же начинаете кричать: «Рэй, давай играй в нее, давай играй в нее». Ну вот. Мы начинаем в нее играть, блин, потом вы... Через месяц устаете от нее, давай что-нибудь новенькое. И у нас получается с тобой не рубрика «Давай посмотрим», а «Давай посмотрим и поиграем», получается. Ну, что нам тут предоставят? Вот дали бы лучше бы плод мудрости. Вот серьезно вам говорю. Дали бы мне лучше бы плод мудрости. Мне от вашей вот этой вот рыбы, что вы даете мне там, так сказать, бомжовские подачки, они мне не нужны абсолютно. Столько рыбы я могу и от своих драконов получить. Там 20 миллионов, 30 миллионов, 600 миллионов, да, я понимаю, это хороший куш. Сколько у меня весночес? Почти 300 лямов приносит, да, ребят? А древоруб приносит 300 лямов почти древесины. Так что то, что они мне дают на рулетке, это капля в море, так скажем. Так, ну что-то там морозка. Слушай, хорошо заморозил, ты посмотри. Прям вообще. Сейчас еще и добьет, не дай бог. Пока не добил, но у нас вторая волна, и тут два тройных удара. Хильнемся, наверное, сейчас. Ну, вернули почти половину хп. Я все, ребят, забываю прокачивать Кривоклыка. Ты же помнишь прекрасно, что он у нас уже способен получить уровень 19. Но у него недостаточно, как сказать тебе... Недостаточный его уровень. Ранг он может получить, а уровень у него недостаточно. Это, по-моему, сотка нужен, да? Так что надо как-то за него плотненько взяться. Так, а здесь мы получим 75 миллионов. Все равно мало. Все равно мало. Так, ну что, последняя энергия, ребят. Мы с вами... Так, здесь забираем пак загадочный. И переходим вот сюда. И сколько, подожди, сейчас получится... Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребята, потом вот надо будет завтра не забыть, главное, чтобы нам пройти это событие обязательно. Потому что пак, который в конце стоит, очень даже, мне кажется, неплохой. Очень неплохой. Я такой, по крайней мере, еще ни разу не получал. Ну, а раз я ни разу не получал, значит, для меня он будет неплохим. Надеюсь, так оно и будет. Кстати, там же можно, наверное, глянуть, да? Или нельзя? Что он там в себе содержит? Надо будет сейчас посмотреть. Так, что, у нас тут два тройных удара, опять же, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не то хотел сделать, я хотел бомбануть, ладно, фиг с ним. Хотя нифига не фиг с ним, он сейчас может вжарить. Слушай, нам повезло. Нам повезло, что он не стал, ребята, применять свою суператаку, а она у него мощная, массовая. И мне, грубо говоря, повезло. Такие ошибки обычно игра не прощает. Ну, тут, видимо, сделала мне...
новогодний подарок. Сказала, ладно, Рэй, я тебя пощажу, не буду тебя мучить. И так настрадался за прошлый год. Так, ладно, добиваем здесь. Все. Все, вот теперь все. Так, друзья мои, последняя рулетка у нас. И тут выпадает древесина. Все, 750 миллионов древесины. Так, завтра попробуем, друзья мои, все-таки добить. И у нас еще одно событие. Сейчас, подождем, вначале мы здесь дозаберем все, что у нас тут есть. Так, мясо забрали. Мы забрали мясо. Так, сколько тебе нужно для того, чтобы... А, он у нас на заданиях. Мы сейчас не сможем его прокачать, пока он не выполнит серию заданий. Ясно. Ну что же, ну давай тогда всех я их отправлю. Тут тусклый янтарь, понятное дело, ничего другого. И рыбьи ног. Ну а ты мне чем тут? Яйцо, да? Ладно, давай-ка лети, парень, в академию. Осмотр острова бесплатно. Такс, лети. Заберем с тобой блестящий янтарь. Две штуки. А заказать можно еще у тебя? Нет? Нету. Нету, ребята, у нас, к сожалению. Так, ну этот понятно, ребят. Сразу же у нас летит, да? Ну да, летит. Так, ну а ты... Ой, подожди, подожди, подожди. Нет, не приключения мне надо. Мне надо... Мне надо что? Мне нужны элементы, друзья мои. Мне нужны элементы. Я его, в принципе, за этим и отправляю. Да, по одной бесплатно. Но мне жалко, ребята, руны, конечно, на это дело тратить. Так, парень... Есть такое дело, пускай летит. Древесины у нас тут нормально хватает. Так, сейчас, подожди секунду. Угу. Так, зеленая смерть принес мне рыбки. Пускай там дальше идет, копошится. Так, мы его отправляли за этим. Слушай, ребята, может быть, обучить все-таки? Давай, наверное, мы обучим его. 360 тысяч древесины будет в плюсе. Да, я, наверное, все-таки, ребята, его отправлю на обучение. Я его отправлю на обучение. И модификрылка. Не хватает мне немножко, да? Ну как, немножко, там множко, на самом деле, не хватает. Но тем не менее, сейчас янтарь, ну конечно же, блин. Конечно же, друзья мои, будет янтарь. Тусклый. Ладно, пускай. Блин, подожди, у нас что, рыбные места все заняты? Ну-ка. Вот этого, ну тут много, ребята, нужно. Так, мы его вернем, наверное, пускай он тут пока стоит. Я, наверное, модификрую, все-таки отправлю, она... Как, ребят, не крути, ну, больше получает. Точнее, не получает, приносит больше она мне рыбы. В разы больше, чем тот же самый кревет. А кревета можно отправить... Не можно, никуда не можно, ребята, его отправить. Пока он будет там стоять, получается, и киснуть. Такс. Ну что, давай тогда здесь заберем награды все. Так, и... А, плавун. У нас еще плавун. Так, страхокол. Блин, может быть, вот этого убрать нам, ребята, в закрома и место. Давай я, наверное, так и сделаю. Так, в ангар. Не получится, ребята, в ангар его убрать. Блин, я тогда не смогу продолжать линейку историй наших. Если мы его с тобой в ангар не можем отправить.
Вот в чем беда. Потому что мне нужно выставить кипятильника, чтобы кипятильник у нас тут собрал сколько-то там рыбы. Так, давай древесину заберем и откроем с тобой загадочный пак. Древоруб, чудовище, прихвостень. Ну, нам еще дофига надо, конечно. Рун. А, у нас новый сезон начался, друзья мои. Новый сезон. Ух ты, снежок прикольный. 120 железа, спасибо. Такой прикольный чувачок. Это же этот же у нас, да? Беззубик. Снежненький. Снежненький беззубик. Так, ну и ежедневки 6. Это, то есть, получается, мы с тобой сейчас получим еще награду. Одну. Так. Давай, давай, давай. Не скупись, не жмись. На подарки. Все-таки Новый год. Так, и еще 30 рун. Ну что, ребят, почти 4200. Почти 4200, то есть уже немножко радостно становится. Так, а я здесь не забрал, да? Окей. Так, давай, беги. Блин, ну обидно то, что не хватает места. Что я не могу кипятильника выставить. О, ого, это я столько набрал. Так, ну что, остальные вроде бы все у меня улетели по делам, да? Все улетели по делам. Я еще, конечно, очень, ребята, хочу сильно сделать вот эту вот штуку, блин. У нас очень много с тобой излишков, как ты видишь. Ну как очень много? Не прям совсем очень много, но есть. Но руны, ребята, руны тратить, блин, 50. Это только за одну эту. Подожди. Так, господи, ты, боже ты мой, ну... Собирает... Я знаю, что он собирает ресурсы, я не хотел его убирать. Так, а вот необычных у нас тоже. Вон, ребят, смотри, сколько необычных. Пам, пам, пам. 186 в плюсе. Нет, соблазняют меня, но я не хочу, ребят. Я воздержусь. Вначале мы с тобой купим территорию, а потом уже будем, блин, бомбить. Так, ну что, у нас, ребят, еще одно событие. Давайте-ка быстренько его попробуем. Так, быстренько, наверное, не получится пройти. Подожди, а почему 4 энергии всего дают? Не понял я. Это что за ноу-хау такое? Всегда всю жизнь давали 5 энергии, а тут 4 дают они мне. Так, кстати, я хотел, знаешь, что глянуть-то? Вот что это? Это не посмотреть, друзья мои. Что там написано? Зимний, да? Одна энергия на... Вот смотри, вот здесь вот 5 энергий, ребят. А с какого перепуга-то 4 энергии-то там... Странно очень, друзья мои. Очень странно. Всегда говорю по 5, а тут это. Вот почему у нас с тобой иногда и не хватало. Видимо, именно из-за того, что 4 энергии всего дают, а не пяток. Как они должны, в принципе, давать. Ладно. Так, две волны. Первый у нас тут охламон стоит. Сейчас мы его с тобой быстренько раздеребаним. Тем более он у нас шустрый, хитрый. Нет, он у нас шустрый. Хитрецы это вот, фиолки. Добивочка. Так, и это у нас водорез. Водорезик, да? Давай, наверное, отхильнемся. И потихонечку, не спеша, ребята, будем его доколупывать. Добивай. Так, вот еще рулеточка, и тут нам достается что? Достается нам древесинка. В древесинке я, конечно, особо сильно не нуждаюсь. Так, загадочный пак. Естественно, он сразу летит к нам на почту. Блин, если бы я знал, что тут это, я бы, ребята, сейчас бы не делал бы
не переделал бы тусклый янтарь в блестящий. Потому что так мы с тобой 3 сделали, а могли бы сделать 4. Это вот постоянно у меня такая фигня. Я вначале сделаю, потом, блин, набираю еще. Это все надо делать уже в конце, в самом конце. Вот когда уже уходишь, уже все прекращаешь, надо вот там уже все это расставлять. Потому что там у тебя уже конкретно все насобрано, накоплено. И, как говорится, уже безвозвратно можно все выставлять. А так теперь, блин, получается, что мы накопили, а выставить уже не можем. Потому что задание уже начато. Так, ладно, этого сейчас разнесу. Так, и все, да? Ну-ка, давай посмотрим. Давай, плод мудрости, плод мудрости. Есть. Так, ну что, потихоньку накапливаем, да? Потихонечку. Потихонечку двигаемся. Нам еще 2 поединка, да? Можно. О, на улице опять хлопушки. Петарды взрывают. Не, хороший, ребята, праздник. Новый год. Но он хороший только в одном, ребята. Что Новый год начинается, как бы тебе сказать. У нас всегда у всех на Новый год большие, как сказать тебе, планы, да? Хочется, чтобы что-то было новенькое, что-то, что было лучше, вот это все. А плохо, знаете, в чем? То, что мы становимся на год старше. На год старее. То есть, вот я могу сказать сейчас на год старее. Потому что еще лет 20 назад я бы сказал, что я становлюсь на год старше. То есть, тогда было это престижно. Ну, сам понимаешь, наверное, каждый ребенок хочет из семьи побыстрее вырасти и уйти, стать самостоятельным и тому подобное. Но когда ты лет 20 или 30 уже самостоятельным, ты думаешь, блин, как бы было бы неплохо сейчас вернуться бы на лет 30 назад, быть молодым, беззаботным парнем или девчонкой и делать все, что хочешь, да? Потому что прекрасно знаешь, что родители тебя обеспечивали, кормили, одевали, и ты как сыр в масле катался, да? Это хорошие времена. Поэтому, ребята, всегда любите своих родителей и уважайте. Ну что, давай глянем, что нам выпадет здесь. Древесина. Угу. Так, а сколько у нас там еще, ребята? Еще одна попытка. То есть, получается, мы с тобой заберемся. Ну, мы дойдем вот до сюда, ребят. До... А раньше 5 энергии было. Я же помню прекрасно, блин. Почему 4-то? Почему урезали-то? С какого, блин, перепуга? Еще и 3 волны. Ну, ладно, хотя бы на первую он один. Почему урезали? Это несправедливо, я считаю. На каком, блин, основании-то? С чего вдруг стали урезать энергию? Не знаю, что у них за бзики такие. Так, ладно, Пристиголового, я думаю, сейчас мы накажем. А с этим охламоном разберемся позже. Физиономия у него такая, конечно, протокольная, если честно. Плоскоголовый, блин, по-другому не назвать. А, он еще и страж у нас. Он еще и страж, то есть не такой быстрый на разборочку, да? И это только лишь вторая еще будет последнего, на третья. Давай разнесем его. Так, ну что, кревет и ветрокрыл. Точнее, шторморез какой, ветрокрыл, блин. Ветрокрыл — это у нас морозник. А это огнеплюй, это шторморез. Многие еще спрашивают: Рэй, а ты сам мультик смотрел? Ребят, я смотрел мультик, который состоит там из 3 или 4 частей. Но основной. Я сериал «Дракон и всадник Йолоха» не смотрел, поэтому не надо меня упрекать в том, что вот ты не знаешь там драконов, какие там были. Конечно, не знаю, ребят. Как бы целенаправленно, чтобы смотреть мультик, ну, я как бы, ну, не мой конек это. А основной сериал, такой мультик полнометражный, я смотрел. Ну что, давай посмотрим, что на этот раз. Понятно, дерево. Все. Древесина. Древесина, ассасина. Получается, что завтра мы должны пройти с тобой аж целых 2 события. Это и предыдущее. Кстати, у нас с тобой монеты Одина есть. Может быть, их потратить. Блин, я знаю прекрасно, что если я потрачу их на... На что? Если мы с тобой искали постоянно вот этот вот, открывали набор сокровищ. Нифига, ребят, там хорошего не выпадает. Поэтому давай, наверное, мы с тобой вот так вот все-таки сделаем.
Так, нормально. Ну, не очень, конечно, хорошо, не очень добротно. А древесину я, наверное, брать не буду, ребят. С деревом и так у нас нормально. Давай тогда этот возьмем. Да, хочу за сотку взять. Угу, угу. Ну, сам видишь. Ничего такого супер-пупер шикарного нам не выпало. Так, ну что, ты пойдешь у меня? Видишь, пойдет. Полетит. Как птичка певчая. Хотя я мог бы эту рыбу, ребят, потратить и на прокачку своих драконов. Там у меня драконы есть, которые хотят левел-ап получить. Слушай, смотри-ка, а? Ребята, если мы поднимаем 96 уровень, он у нас уже начинает копить. Точнее, добывать железо. Ага. Учтем этот моментик. Учтем этот моментик. Давай, лети. Лети и тренируйся. Грязи плюх. Пускай тоже летит, ребят. Все равно пока место там есть, пускай они там барахтаются, прокачиваются, так скажем. Мне как бы не жалко, тем более на начальных стадиях они очень мало требуют древесины и рыбы. Поэтому да, можно их потихоньку так вот прокачивать. Бронекрыл, например, тоже, ребят, готов. Ну, это уже, да, это уже серьезный. Кривозуб. Надо всех вот этих вот эпических, начиная от редких до эпических, прокачивать. Ну, это вот обычный. Вот то, что он обычный, ребята, он очень быстро прокачивается. Очень быстро прокачивается. То есть он получает максимально 24 уровень, причем за дешевые ресурсы. Ну, соответственно, он нифига нам не приносит. Но зато прокачивается быстро. А нам с тобой нужно, как ты помнишь, а нам с тобой нужно, как ты знаешь, 15 драконов, по-моему, там. Или 16 драконов. Или 18, даже 24 уровня. Так что есть смысл, ребята, их прокачивать. Ну что, друзья мои, вроде бы на сегодня и все. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.